Давайте вот без всего лишнего. Аризона, Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, также все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика. Давайте начнем и приступим. Здорово! В этом видео Привет! Я буду впервые искать читеров на клады. Мне удалось Реально? Найти просто самых бесстрашных читаков. Читаки жесткие, да. Ну нахер. Которым абсолютно на все пофиг. Я очень надеюсь, что вам понравится это видео. Я и вы тоже. Обязательно подпишитесь и поставите лайк. Давайте попробуем на этом ролике набрать 3000 лайков. И я запишу вторую часть. Я уверен, вы сможете, если захотите. Всем желаю приятного просмотра. И а погнали. Мы Бля, привело это интро просто. Я нашел отлично. Сайт, на котором продается этот чит. Я его приобрел. И прямо сейчас мы его будем тестить. Опа! Короче, смотрите, знаете, что я придумал? Вот это что? Мой комп, вот. И слева ага, меня и я ты его разыграешь, да? Еще один комп. Вот, кстати, меточка последнего клада, который появился. Здесь у меня будут отображаться клады на этом компе. И как только здесь новый клад появится, я сразу захожу на свой админ-аккаунт, сразу на этом компе нажимаю на карту. Сразу захожу в карту. Опа-опа, такой, оп, тпхнулся сюда. Оп, кладу и чекаю, кто здесь, и будем ловить этих читерюк. Еще, мой друг, не забудь, пожалуйста, подписаться на канал, это очень важно. 2000 years later. Ребята, только что появился клад, вот он вот в этом месте, Санфьера. Давайте прямо сейчас туда и тэпнемся, посмотрим, что там. Давайте, давайте, фастом. Так, ставим метку вот здесь. Давайте тэпнемся сюда. Аккуратно. Давай, давай. Главное, чтобы никто нас не заметил здесь. Какой-то игрок приехал уже. Он офнулся или нет? Вот он на 182-й. Нет, он вообще не туда поехал. Вот еще один 470. Но тут сразу несколько игроков приехало. Вон еще какой-то Егор. А нахуй клады появился нужны? Буквально 30 секунд назад. Максимум одну минуту назад. Нахуя клады вот, нужны? Смотрите, ребят. Какой-то Дима. Он вообще в другом месте. Я все понял. Можно еще более энергично говорить, брат Ок. Словил другой клад. Там был еще один клад, который находился где-то здесь сверху. И он его словил. И еще один клад вот где-то здесь. Да-да-да-да-да, вот 471-й, ну-ка. Да-да-да, вот он, 471-й прилег. Вот этот клад появился. Да я подписан уже, брат. 3 минуты назад здесь. Ну, где, или минуту назад, короче, только что. И вот он его нашел, 11-й левел. Короче, только что 3 клада появилось, и все 3 клада... Да не за что, не за что, браток. Нужно за ним еще последить. Но явно у него, походу, есть чит этот, потому что, ну, он прям сразу сюда приехал, даже, ну, за одну минуту буквально. Вы не поверите, 5 секунд назад еще Бля, один... Бля, винду активируй, браток, ну это просто жесть. 5 кладов появилось. Вот здесь где-то. Но еще один клад появился, ребят. Нужно. Да! Да-да-да, смотрите, они прилетают! 781-й? Ну-ка, офигеть, у него шар, топовый аксессуар. Неужели они вдвоем читерюги? Вот здесь клад где-то. Что выпало? Говно. Это, походу, читер. Ой-ой-ой, 92-й лев. Короче, Ебать. Открыл только что клад кто? Ну-ка, 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 кто открыл? 227-й ID открыл только что. 30-й левел, получается, 26 миллионов, 39 кака на депозите. Такой мажористый аккаунт, 900 азекоинов. И еще игрок был, который прилетел сюда. Это 781. Неужели у них обоих есть чит? Тем более у этого игрока 781, потому что у него 92 уровень. Короче, дофига виртов у него тут даже. Больше полумиллиарда вирту точно есть. Нормально. Так, когда а появился куда он новый клад, буквально одну секунду назад. А, получается, где-то здесь. Вот тут где-то. Где-то здесь клад появился. 183. Это Дима, помните, он уже словил где-то 3 клада. Вот, это читер. Это 100% читер, потому что... Давайте к нему подбежим, ну-ка. Дима. Дима, Дима, Дима. Привет, Дима. Чекст. Офнулся. Офнулся из игры. Там еще кто-то прилетел. 846-й. Опа, 846-й. 81-й уровень. 100, говорит. Смотри, еще один прилетел, прилетел. Смотри, это читер. Короче, Дима и этот форт у них читы. Потому что этот чел вообще прилетел, походу. Так, ребят, появился еще один клад. Так, быстренько идем к нему. Угу. Где-то здесь он. Можно еще монотоннее говорить. Появился клад. Вот мы идем к нему. Смотреть, кто здесь. Кто это же Павел здесь? Венский. А... О, это Павел Венский. О, это тот самый Павел Венский. Это же он. 781. Офигеть. Подожди, офигеть. Что? Неужели, Паша, неужели ты читер? Ну, две минуты назад этот клад здесь появился. Он пишет, найс клад. Нашел у Азески. Ну да, конечно, якобы нашел. Да, вот он, Павел Венский, открыл один клад. И этот клад появился буквально... А что дают-то они, блядь? Ну, клады у этого Паши, эти, походу, ебачи. Читы. Потому что он в прошлый раз в ЛС прям четко приехал. И в этот раз сюда приехал прям четко. Сука. Но я за ним еще прослежу. Павел, блядь. Еще Альберто Дель Плаза, или как у него, никто же читер, походу. Дель Паска. Дель Я за ними еще прослежу. Сейчас еще, думаю, клады появятся.
Это Дима зашел в игру. У него 18 левел. И он, как только меня увидел, он сразу офнулся из игры. Он уже где-то взял 2 или 3 клада. 2 точно. Хотя зачем я его тп-хнул? Тут все и так понятно. Он даже тп-хнулся. Так, давайте с баном тогда на 30 дней. Все. Так, первый есть. Это был чел, который прям тп-хнулся по кладам. Еще Форт Флатчер. Так, у него 11. Да, это он. Но этот игрок вообще тп-хнулся тоже. Он прям летел на машине. Куда летел ты, клад появился 2 минуты назад. Я, наверное, уже не успею. Потому что они разбирают эти клады. Да, блин, как семечки, реально. Ну, семечки, где-то брат. Тут должен быть. Вот он, смотрите. Пока сюда никто не приехал. Вот клад стоит. Вот, можно его раскопать, но нет, ладно, будем ждать. Будем. Странно, что еще никто не пришел. 3 минуты назад он появился. Наверное, еще игроки не заметили, что появился новый, потому что прошлый был аж где-то 20 минут назад. Поэтому еще не заметили. Сейчас уже начнут приезжать, думаю. Тут рядом какой-то Владислав. А где же клад? Тут, короче, читер появляется и пропадает. А он с каким-то админом говорит в чате. Походу, этот Влад чист, потому что он даже не в курсе, что рядом с ним есть сокровище, вон там сзади. Опа, какой-то игрок прилетел. 883. Так. Опа, он начал его дэмить почему-то. И сразу подбежал сюда, смотри. Чел, у него шар есть. Он задэмил его? Да, он его задэмил. И начал сразу откапывать клад. Как думаете, это читак или нет, 880? Да, блядь, сади его за дэм, сука, чё ж ты тупишь? 95 левел, 283 ляма, 200 лямов на дип. Блядь, ну это же в Димарган или куда, чё-то ж надо делать за дэм. Чё это за хуйня, ты чё, ёбнутый, блядь? 5800 язык. Пока он не раскопал клад. Все, пиздец, забрал просто. Клад, вот только что гений ёбаный. И все улетает по своим делам. Ха, нормально. Только его зачем это задеймил. Он думал, типа, что этот Влад сейчас заберет у него клад. Как думаете, ребят, вот этот игрок 883, он читер или нет? Напишите, пожалуйста, пиздец, ваше мнение, что вы думаете. Тупой. В комментариях только что появился еще один клад. Сейчас найду, он где-то тут. А, вот, вот я его нашел сразу. Опа, кто-то прилетел, 313-й. Это читак, он прям сразу тпхнулся сюда. Ку, браток, здорово. Ну, как-то так. Пока что он просто тпхнулся. Ну, там первый левел. Ну, точнее, нулевый аккаунт, с помощью которого он просто тпхается. Мне интересно проследить сейчас за теми игроками, за 883. Мы думали, что он читак, но мне кажется, что нет. Почему-то да он пидорас, он дэймит. Паша, получается, вот этот, да, который мы думали, что он венский, но, скорее всего, нет, потому что он, ну, нет никуда. Так, ну, в принципе, до сих пор это сокровище здесь. Этот ящичек красный, да? Помимо этого появился еще один. Он где-то здесь. Буквально где? Назад он появился. Вот, 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 698, смотрите. А, вот он клад. Как я его не заметил? Он вышел из игры сразу. Понимаю. Короче, где-то здесь клад должен быть. Он его был, открыл быть. Или нет? Да, 698, да, он его открыл. Он этот клад открыл, и как только я к нему тпхнулся, он почему-то вышел из игры. У него 12 левел и 5 кака вертов на руках. И самое неудобное то, что у всех новых игроков, которые открывают разные ники. Ну, были, да, которые одинаковые, там Дима, там еще кто-то, которые тпхались. Они 100% ну, да, читаки. Да. Читаки. Вот, а что ж ты их не банишь-то тогда? То их трудно как бы понять, потому что вдруг случайно нашел, понимаете? Надо будет еще за ним последить несколько раз, если он снова будет приходить прям четко, прям после минуты. Это после вот, этой... блядь, садят на 108, 120 минут в Димарган, блядь. После двух минут этот дебил не посадил. Кладу, значит, у него чит. Браток. 10 секунд назад появился еще один. Он возле аэропорта. А, вот он, я его нашел. Будем красава. Ждать, кто за тобой приедет. Какой-то игрок приехал, я пока в АФК стоял, я отходил. Давай посмотрим. 116 уровень. Охуеть. Опять-таки, надо за всеми этими игроками несколько раз следить. Если они будут постоянно приходить. Но этот игрок, допустим, пришел спустя 10 минут, как появился клад, да? То есть, возможно, случайно нашел. Так, где-то здесь ну, еще может быть, появился. Да, случайно. Вот может тут, да, случайно. Наверное, или где? Да, вот, нашел. 286 прилетел. Дай вспомнить тебя. Где-то я тебя видел. Точняк. Угу. Это уже его второй клад. Так, еще один прилетел, что ли? 810-й, ну-ка. Да, еще какой-то 810-й. Ну, конечно, блядь, 810-й. Вильям Черкасов открыл какой клад. Же вот еще этот да? Игрок только что открыл. А тут в АФК, наверное, ищет ответы. Хаэль немного, да, скорее всего, он читак. Нужно будет еще за ним последить. Еще последим. Прикинь, 2 минуты клад стоял, никто не ловил. У него 12-й левел. Это уровень 35к, тупо нулевый аккаунт, вообще ничего. Угу. Но тут самое удивительное, тут таксист приехал на чиле. Он либо полетел, либо реально вот это долго взбирался на чиле. 5 секунд назад гор появился. У меня появилось? У меня появилось. Да, да, вот тут, так, тут давай. Где? Тут? А ну еще раз. Угу. Выше, выше, выше. Стой, стой, я не пойму, где это? Где-то здесь, вот тут где-то. Ребята, где-то здесь клад этот нужно найти срочно. Вот здесь где-то. Давай срочно. Тут игрок есть, брат. Слышишь, Киря? 720! Какой Киря, это кто? Я нашел кладмена, он тп, он тупо тп. Он тп, и он офнулся. Он офнулся. Он меня увидел, офнулся. А он не забрал клад?
Я не знаю, он забрал или нет, но сейчас гляну. Бля, я не могу понять, а где клад, который у меня? А, вот он, лол, вот он, смотри. Его никто не открывает, почему-то никто не едет сюда. Чеков, Самуэль, ну-ка. 13-й левел. Самуэль или Джексон, Тампа, так сказать, Джексон. В ТВ работает на первом ранге. Денег на депозите 1 миллион. Короче, вообще нулевый аккаунт, ничего особого нет. Еще статус у него тут голд есть. И все, больше абсолютно ничего такого нет. Прямо сейчас вот здесь клад, его можно открыть. Вы действительно желаете выкопить данный клад? Не, я не буду его выкапывать. Буду выкапывать. В любом случае. Так, давайте сейчас, короче, в офлайне Самуэлю Луциану на 30 дней за ТП по кладам. Чит. Давай. Все. Прикинь, чел просто на тачке вообще не парится, ТП-хнулся. Да похуй ему вообще, реально. Но до сих пор никто сюда не прилетел, никто не приехал. Кто-то прилетел, Томас 143. Это тот чел Томас Ариану, который на Чилиаде был. У него чит есть стопудово. 12 левел, 175к. И все, это нулевый абсолютно аккаунт. Ничего особенного тут нет. Вот он начал откапывать. Ну, прикиньте, он прям точно сюда приехал. То есть, обычный игрок бы, ну, как он бы долго это искал. Он прям точно нацеленно сюда приехал, значит, у него чит. Охренеть. Так, он сейчас стоит, наверное, откадывает. На вид 36 лет, владелец крупного бизнеса. Интересно, какого бизнеса? Может, у него есть какой-то бизнес реально? Не, бизнес отсутствует. А, мне кажется, этот чит называет бизнесом. Но я думаю, стоит за ним еще чуть-чуть последить пару раз. Да, последим реально. Ну, пару разков так чисто. То, значит, я думаю, у него чит. Ну, скорее всего, может, не чит. Смотри, он начал его дэмить. 325-й, ну-ка. Какой ответ? 2900. Пипец. Мы бы друг друга на репорт писать не будем. Офигеть. Да-да-да. 400 евро, 36 АЗ, скид талон. Слышь, дай плиз 10к на лопату. Я не кладмен, я по точкам чекал. Это он пытается, знаете, отмазаться. Как он может на велике прям именно сюда приехать? Я за ним еще буду следить, но этот человек только что откопал клад. Они оба, мне кажется, 100% читеры. У них есть чит этот. Я за ними еще буду следить. У этого игрока 15 уровень. Монтенбайк, есть платина, что тут у нас? 2 миллиона 165. Каждый альбом платина, но платина сосет. Я так могу сказать. 400 евро только что ему выпало. И, короче, в инвентаре дофига всего. Он якобы ссылается на то, что у него есть какая-то карта, по которой он чекает, постоянно смотрит. Ну, да, и якобы случайно нашел. Но я думаю, что не случайно это было. Но все-таки я послежу за ним еще раз. Посмотрите, что этот Тома вытворяет просто. Новая метка Все, я не могу это больше смотреть. Это дико скучно, даже если, блядь, на телефон открыть, блядь, просто если отрываться от этого, то это пиздец скучно, браток, блядь. Поработай над подачей, это дико скучно, блядь. Я не знаю, кто, какие, блядь, 44 тысячи ебанатов могут это смотреть. Просто не знаю, что это скучно настолько, что просто пиздец. В общем, Arizona Roleplay Phoenix, заходите, играйте, всем пока.